Ну и как? Ну, например, разносить газеты. Точно! Эврика! Гулять с собачками! И помогать маме и папе. Помогать по дому. А бывает и так. Сейчас. Ну, мама. Ну что? Дай денег. Иди у папы попроси, я занята. Пап. А пап, мне нужно кое-что тебе сказать. Только коротко и быстро. Дай монетку на кино. Иди, мам, прощай. Доча! Доченька! Дочек, помоги мне! Хочешь денег? А сколько? Выйдя плавно на плаще, нужно было так. Мама, мама, дай денежку для моего мозга, пожалуйста. Я тебя так сильно люблю. Мама, мама, я тебя так сильно люблю, а ты меня...